Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. Никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Война — это искусство обмана. Многие годы лицемерие Запада превращало весь мир в поле битвы. Пока враги народа трепали языками, наши братья и наши сыновья проливали свою кровь. Помните, ни слова по-русски. Но обман – обоюдоострое оружие. Российские власти заявляют, что атака была организована агентом ЦРУ по имени Джозеф Наш. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. А когда целая нация требует возмездия, ложь распространяется со скоростью лесного пожара. Это пламя разгорается все ярче, пожирая все на своем пути. Это преднамеренная агрессия против США. Наши враги считают, что только они определяют ход истории. Но на деле достаточно воли одного человека. Привычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? Беннетфилд находится команда спецподразделения «Дельта». Позывной «Металл». «Металл 01» доступен на зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Отбой. Вас понял, будет сделано. Рот! Рот!
Возвращайся, мы должны действовать! Прямо сейчас! Thank you.
Поджигай, Фрост! Принято 0-1. Все системы в норме. К вам направляется Black Hawk для вывоза. Расчетное время подлета 3 минуты. Вас понял, ожидаем. Противник! Разведка снова на связи. На крышах на вашей территории обнаружены многочисленные силы противника. Ваше оперативное подчинение направлен полностью вооруженный предатор. Рост, установи связь с предатором. Нам нужно выиграть время. Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Lightning 3-1, разрешаю вступить в бой. Высота минимальная, до подлета 5 секунд. Ракеты пошли. Подтвердите первичные удары по каналу предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены.
Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттеном и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класс «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думал, он разрушен. Точно. На месте. Команда из 9-4, металл 0-1 на связи, односторонняя проверка связи. Принято, 0-1, слышим вас отлично. Линия эхо захвачена, у нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только бы быстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Основная точка входа открыта. Оставайтесь вместе. Здесь легко потеряться. Смог уйти? Мы ничем не можем им помочь. Держитесь на 2,95 градусов, 300 метров до встречи. Металл 0-1, вижу вас на трекере. Принято, подходим к точке контакта. Команда котиков должна быть прямо над нами. Вижу их. Подлодка в пути, времени на перехват мало. Принято, видите? Внимание на сонар, здесь русские мины. Следи за локатором. Мина! Держись на курсе. Справа, справа. Еще одна мина. Прошли. Мы на месте! Цель близко. «Оскар-2», 8 часов. Спокойно. Ждем, пока пройдет. Ставлю. Закладываю. Фрост, прикрепи к ней мину. Мины установлены, отходим. Отлично, мы подготовим отход. Взрываю! Оверлорд, металл 0-1 на связи, подлодка всплывает, приступаю к атаке. Принято, 0-1. Возвращайтесь к основному заданию. Мы должны захватить корабль ракетами на подводной лодке. Всем оставаться на местах! Контакт! Лезут из люка! Осколочная! Чисто, пригнись! Палуба захвачена, мы будем наверху. Фрост, приступай к зачистке, все неизвестные враги. Встречаемся внизу. Приготовиться к эвакуации! Они хотят уничтожить подлодку! Действуем быстро! Приготовиться!
должны добраться до мостика! Встань у двери! Так, установи взрывчатку на дверь. Контролем. Отлично, ключи запуска у меня. Оверлорд, Металл 01 на связи. Контрольный пункт Нептун. Прием. Принято, 01. Подтверждаю, Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 05-6-6-2-8. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Брос, пульт управления! Три, два, один, давай! Оверлорд, ракета готова к запуску! Принято! Команда котиков ждет вас! Пошли, пошли! Крич, страх, идем! Ну, сколько? Позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа «Фокстрот». Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди, готовые пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОУП долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкает. У нас входящие сигнатуры. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так.
Мы должны отнести Сову к вертолету. Юрий, со мной! Юрий, сюда! Вниз по лестнице, бегом! Пулемет и гранатомет. Управление наверняка на русском. Давай, Юрий. Николай, как там Соу? Очень плохо. Мы должны вытащить его отсюда. Юрий, расчистим отход к вертолету. Мы прямо за тобой. Thank you.
На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? На борту самолета находится президент Варшавский и его дочь Алена. Русский президент летит в Гамбург, чтобы обсудить мирное соглашение с представителями НАТО. Правда зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто чиркнет спичкой. Москва – это командный пункт. Направляемся в Гамбург. В небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1. Офис президента под контролем. Команда 2. На нижней палубе все чисто. Команда 3. Эдди, салон под контролем. Мы приземляемся в Гамбурге через 2 часа. Команда 1. Оставайтесь с президентом до посадки. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда 1 в пути. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правда. Ему это не понравится. Это не важно. Я здесь президент. Увидимся на арене. Господин президент. Василий. Добрый день, господин президент. Господин президент. Господа, у нас только два варианта. Война или мир. Жизнь или смерть. И ради будущего наших детей мы должны пойти на мир с Западом. Чтобы пытаться ублажать наших врагов. Мы уничтожим наших врагов, сделав их нашими друзьями. Если мы не можем разрешить наш... Выстрелы? Самолет захвачен! Кабина повреждена! Господин президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Нам нужна поддержка! Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Всем лежать! Защищайте президента! Код красный, повторяю! Oh, my God.
убивайте, агент Харков. Мы должны найти президента. 2-7-9, освобождаем воздушное пространство в кешке 2-1-1. Бывает, мадам. Обеспечьте охрану дочери и отправку ее в безопасное место. За мной. Мы должны найти президента. Захватит всю Европу, даже если к тому времени от них останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин. Вы никогда их не получите. У всех есть свои слабости. Найдите девчонку. Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служа на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайней деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пуль. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. А ты слышал, что на той неделе убили... Двое на 11 часов. Сними их. Он ворвался в кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами.
Чисто. Они, беднягу, живьем сожгут. Накроем их, пока они его не спалили. Давай, Юрий.
спугнули. Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. He done. That's it, they go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опознали судно? Нет, сэр. Звонок поступил с номера во фрегата Industries. Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соедините с Херрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, что бы они ни задумали, мы этого не допустим. База, мы в пути. Видимость хорошая. Принято, Браво-6. В доках находятся грузовики с надписью «Всемирная благотворительность». Полагаем, они являются нашей целью. Интересный подход к благотворительности. Грузовики покидают доки. Наш источник сообщил, что именно они везут. По данным разведки, груз прибыл из-за границы. От наших целей особой важности. Внимание, один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво-6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво-9 займется вторым. База, время уходит. Мы готовы приступить. Вас понял. Всем командам даю добро. Начать выполнение. Ладно, друг, перед нами склад. Бернс, мы наступаем, ты зачищаешь. Стрелять по усмотрению. Дорога свободна, идем. Браво-6, Сьерра-1. У вас все чисто. Отлично, установить периметр. Бернс, открой двери. База, грузовик пуст. Что с остальными? Здесь ничего нет. Браво-6, внимание. Террористы на верхней площадке. Волчок Лар, уберитесь с ними. На подходе готов к действиям. Они отступают в метро! Наш противник снова скрылся в метро! Кто вас понял? Волчер 2-2. Отправляйтесь вперед на разведку и проверьте остановки. Выясните, куда они направляются. Волчер 2-2. Выхожу из боя. Держись!
Браво-6, прием. Браво-6, вы меня слышите? Бернс. Браво-6, доложите обстановку. Поезд прошел под Вестминстером. Мерзавцы использовали его в качестве транспорта. Внимание, Браво-6. Грузовики направляются в вашу сторону. Поднимайтесь наверх, чтобы встретиться с Браво-2. Вас понял. Давай, Бернс. Кажется, теперь мы одни. Враги пришли за нами. База у нас стычка на станции Вестминстер. Принято, Браво-6. Команда в пути. Расчетное время прибытия 10 минут. В 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн. Какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это? Вице-президент. Давайте там!
Отвечайте, 2-2! Все в порядке! Ладно, поехали! На линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно МИ-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти. Пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы в Босасо, Сомали. За главного там урод по имени Варабе. У меня здесь дел по горло, так что полагайся только на себя. Доброй охоты. Какая там охрана? Второй сорт. Территорию охраняют местные головорезы. Мы будем торчать там, как чири на заднице, а скрытности речи не идет. Тогда просто постучим в парадный вход. Скажите Николаю, пусть готовят людей. Если поторопимся, успеем зацепить Варавы, пока не слинял. Песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Команда Браво, сохраните ворота. Николай, обработай их там. А где ты пошли? Тема покупки цели. Огонь! Огонь! Быстро! Да, бригада!
я прикрою фланг! На втором этаже на подходе много врагов! Кабинет Варавы! Звали Волк! С Макаровым мы не встречались! Где этот Волк? Париж! Он занимался поставкой в Париж! Николай, корабль раскололся. Мы получили, что хотели. Готовы к отходу. Почти на месте. На площадке вроде чисто, но буря быстро приближается. Видим. Будем через 20 секунд. Ничего себе, буря. Не хватало нам еще под такое попасть. Идем. Думаешь, Вараби не врал насчет Волка? Он говорил правду. Готов поспорить на шкуру Макарова. Как только вернемся. Снайпер! Доступа «Черный Викинг». Соедините меня с объектом «Металл-01». Прайс, спасибо за помощь с «Кингфишем». Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе.
Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Французы обнаружили Волка. Бойцы Гиган преследовали его в тылу противника, но русские прижали. А вы хотите, чтобы мы их отжали? Действуйте по своему усмотрению, но Волк должен остаться жив. Вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 5-9-5, на связи Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Зона все еще заражена после химической атаки. Маски не снимай. Так, мы уже в пути. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Металл 01. Войска Гиган окружены в ресторане «Пандор». Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки. 5-9-5. Похоже, им крепко досталось. Сплошная серия в отряде. Сегодня салаг уже нет. Большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними. Это Сейбер. Но долго еще. Готовность 3 минуты. Главное, следите за периметром. Мы почти на месте. Пожалуйста, поторопитесь. Пошли. Сюда, живо. Нас обнаружили. Они через дорогу. Идем в открытую. Вниз по лестнице. Ожидаю указаний.
собой. Вас понял! Спасибо за помощь, Вархаммер! Вот он, вход в катакомбы! Подождите! Заражение не обнаружено. Снимайте противогазы, но будьте начеку. Нам нужна максимальная маскировка. Только один фонарик. Вас понял. За мной. Не расходитесь. Металл 01, ваша позиция установлена при помощи устройства отслеживания союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01. К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. 01, принял, отбой. Воняет просто чудовищно. Но от этого хоть не помрешь. Все чисто. Вперед! Где остальные французы? Прошлой ночью наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня в Саторе был друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Он заплатит, босс, я прослежу. Bienvenue. Будьте начеку. Мы уже в пути! Принято, Раптор 2 отправляется. Генерал, на связи президент и Совет национальной безопасности. Президент? Генерал, вы уже нашли этого Макарова? Нет, но мы получили данные о его производителе бомб. Ситуация развивается. Развивается? Так он у вас или нет? Команда Дельта только что взяла его. Посылаю вам запись. Что с ними сейчас? Они задержали Волка, однако секретность была нарушена. Генерал, говорите понятнее. Им придется пробиваться к точке эвакуации с боем. Генерал, я хочу, чтобы этого Волка взяли живым, несмотря ни на что. Эти ребята должны вернуться домой. Убери руки, козявки! Пошел ты! Идем
Датчики сходят с ума. Мы отходим. Мы спорим 6-2. Из посольства школьный огонь! Yeah.
яблочко. Сопротивление земли подавлено. Здание, ведем огонь. Наземные войска в точке укрепления шаржины. Дверей в помещении больше нет. Все чисто. Заговорил? Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Похоже, у Макарова появились друзья. Через 6 часов у него назначена встреча с главными советниками. Место гостиницы «Люстик» в центре Праги, рядом со Старой площадью. Туда направили группы первого уровня. Правда, я боюсь, они не успеют. Но вы-то рядом? Очень. Я дам знать, когда закончу с этим. Макаров устраивает совещание посреди зоны военных действий. То, что нужно. Самоуверенность ведет к беспечности. Мы войдем с двух сторон. Соуп, вы с Юрием направляетесь к церкви и обеспечите наблюдение. Город перекрыт со всех сторон. Нам нужен черный ход. Оставьте это мне. Все было по плечу. А ты знаешь, чего нам стоило тебя сюда дотащить? Юрий, выдвигайтесь уже. Встретимся вместе скоро. Идем, Юрий. В какой машине он будет? Они постоянно меняются для безопасности. Пока он не вылезет, мы не узнаем. Ты как-то очень много знаешь о Макарове. Альфа-1, проверка связи, прием. Браво-1, все в порядке, мы на позиции. Хорошо. Комаров наши глаза и уши в этой гостинице. Мы начинаем действовать по его сигналу. Видишь что-нибудь? Нифига я не вижу. Похоже, Макаров опаздывает на собственные похороны. Не высовывайся, пока не сможешь точно попасть. Потом стреляй сколько угодно. Хватило бы одной пули. Почти пора, Юрий. Встреча пройдет на втором этаже.
четыре бронированных транспорта. Макарова пока не видно. Они останавливаются напротив гостиницы. Ты его видишь? Ага, вот он, гад. В третьей машине. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Тихо. Сиди смирно. Теперь они заезжают в гараж. Ладно, Комаров, начинай. Комаров, ты меня слышишь? Наверное, забыл включить. Неважно. Макаров здесь. Приступаем к выполнению плана. Я на месте. Готовы? Юра, глянь-ка, где там Прайс. Он на крыше гостиницы. А вот и он. На балконе какое-то движение. Снимем их вместе, Юрий. Ты первый. Прости.
что тоже смогу. Так откуда, черт бы тебя побрал? Макаров знает тебя. Я был молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое. Даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Что значит маловато? Я думал, мы договорились. Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. В награду мы получили власть. Но власть развращает. Сегодня мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе тоже немного. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Ничто не остановит. Даже ты. По-русски. Значило, что я теперь враг. Сюда! Здесь выживший! Что ж, Юрий, чуть-чуть времени ты выиграл. Пока что. В Хэрифорде есть монумент, на котором высекаются имена павших. Мы храним память о подвигах, когда лица уже стираются из наших воспоминаний. Память остается, даже когда у нас отнимают все остальное. Что случилось? Он убил Соупа. Он погиб, Мак. Что тебе нужно, сынок? Место. Русский сказал, что Макаров хранит оружие в замке в горах около Праги. Более точных данных у него нет. Ему можно верить? Разве у меня есть выбор? У него есть причина желать Макарову смерти. Место знакомо вам? Да. Во времена Захаева мы отправляли беспилотники в район этого замка. Но наши цели никогда там не были замечены. Что там меня ждет? Это настоящая крепость. Один вход, один выход. Если ты только не умеешь летать. Офис охраны на дальней стороне территории. Командный центр к северу от него. Оба тщательно охраняются. Если Макаров там, он будет в центре управления. Что это вы мне отправили? Список снаряжения. Довольно внушительный список, Джон. Что вы собираетесь делать? То, чему вы меня научили. Убить всех.
Продолжаем движение. Это офис охраны. Скорее умру, чем скажу шифр запуска ядерного оружия. Макаров!
Ясно. Вот с чем приходится иметь дело, братья. Упрямый старик, который не успел измениться вместе с миром. Вы тоже изменитесь. Спускайся. Выясни, что происходит. Алексей, данные разведки подтвердились? Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе. Надо идти. Да что у вас творится? Нашли дела. Служба безопасности вообще ответила? Собирайте своих и начинайте осмотр местности. Вниз! Немедленно! Макаров знает, что дочь Варшевского в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Провожу триангуляцию. Разведка только что перехватила звонок с ее номера. Подключение через 3, 2, 1. Алена Варшевская? Кто это? Американские войска спецназначения. Вы говорите по-английски? Да, мой охранник мертв. Они идут со мной. Спокойно, мы уже направляемся к вам. Где вы находитесь? В чулане. Номер на 5-м этаже. На какой стороне? Я не знаю. На крыше здания. Через дорогу есть надпись «Рейсдорф». Пожалуйста, скорее. Хорошо, положите телефон и оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Афина все еще с нами. Огонь вести с особой осторожностью.
Принято. Мы на подходе. На посадочной площадке нарушены цели. Запуск ракет. Команда «Гранит» на минимальной высоте. Нас обстреливаю! У «Гранита» гости! Еще четыре! Прикрывай их! Гранит, все чисто, продолжайте! Т-90 на дороге! Оверлорд, русские танки обстреливают позицию «Гранита», требуя огневой задачи! Вас понял, 01. Воздушный коридор для захода А-10-15 свободен. Тал 01, на связи «Валькирия 2-6». В воздухе и к вашим услугам. Ожидаю отметки первой цели. Идите. Принято. Спасибо за помощь. Мы вам должны. Не спускай глаз со здания. Прорываемся. Гранит, вы видите Афину? Гранит! Гранит! Они мертвы. Какого черта? Оверлорд, команда «Гранит» уничтожена. Повторяю, «Орлы» уничтожены. За Афиной идем мы. Принято, Сэндман. Соединитесь с немецкой танковой колонной к югу от вас и следуйте к указанному зданию. Прием. Так точно, Сэндман, отбой. Встретимся здесь. Цепляйся, нам нужно на улицу. Получен, мы ее потеряли.
потеряли девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы, янки, любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стрелять. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался? Yeah!
Красим! РПГ! Трак, прикрой справа! Только ты давай следом! Где господин президент и российский премьер-министр Варшевский проводят пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер. Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Выйти из машины. Ты уверен, что этот танк нас защитит? Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему? Работаю над этим. Немного позабыл арабский. Огонь! Похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюль на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Приготовься. Это же супа! Мы привлекли их внимание. Вторая волна прибудет в любой момент. Вот и они! Прямо по расписанию! Стреляй по машинам! Продолжай стрелять! Отличный выстрел!
Николай! Нам нужен другой лифт! Принято! В пути! Это долго не протянет! Прыгай! Макаров направляется на крышу!